Учебе возраст не помеха. В среду в Ивановском межрайонном центре занятости населения обсуждали вопросы подготовки к реализации регионального проекта «Старшее поколение». Речь идет о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании людей предпенсионного возраста. Ивановская область ежегодно будет готовить порядка 355 работников и ищущих работу граждан с целью получения новых профессий, новых специальностей для того, чтобы граждане предпенсионного возраста были востребованы на рынке труда. В работе круглого стола приняли участие сотрудники службы занятости, руководители учреждений профессионального образования и крупнейшие работодатели городских округов Иваново и Кохмы, а также Ивановского муниципального района. Предприятиям квалифицированные кадры нужны. На многих есть свои программы обучения и переподготовки. Возраст – не определяющий критерий при приеме на работу. Наш завод заинтересован сейчас вообще во всех квалифицированных кадрах, в том числе и работниках предпенсионного возраста. Так как у нас сейчас увеличение, большое производство, нам кадры необходимы. И эта программа государственная, она бы нам очень помогла. На подготовку людей предпенсионного возраста в Ивановской области будет выделено порядка 23 миллионов рублей. На эти средства планируется не только обучать востребованным в регионе профессиям, но и выплачивать пожилым студентам стипендию. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.